Отже, щойно ми переглянули відео, де головною фігурою виступали саме той предмет, який ми сьогодні і будемо робити власними руками, а цей предмет називається пін'ята. Ми трошки все ж таки розповімо і про техніку безпеки, да? Як розбивати цей самий предмет. Отже, в гостях у нас Ольга. Олександра Бойко, яка знає, як робиться пін'ята, з чого вона робиться, і буде нам розповідати. Добрий день. Здравствуйте. Ну, пін'ята – це полая ігрушка, зроблена з пап'є-маше, яку підвішують на вірьовочку і наповняють різними сладостями, конфетті і мелкими сюрпризами. Вот, как бы, ну, непосредственно сейчас мы и начнем. Я предлагаю сегодня показать мастер-класс по изготовлению вот такой вот пиньяты. Да, это классическая пиньята, называется семиконечная звезда. Как бы, для этого нам понадобится. Что нам для этого понадобится? Да, перерахуйте. Ну, для начала как бы делается основа. Так как это очень длительный процесс, занимает от 3 до 7 дней, потому что проходит процесс сушки. Вот, заготовку мы сделали уже дома, и как бы сегодня будем только декорировать. Как бы для того, чтобы сделать основу, нам понадобится как бы папье-маше, это послойное наклеивание бумаги измельченной, клеем ПВА или другим каким-нибудь клеем на заготовленную модель. То есть это может быть шарик, это может быть мячик, такое, чтобы можно было потом спустить и как бы это... И вытянуть. Да, и вытянуть. То есть вот такую вот модель сделали мы уже дома. Ну так, нагадаємо, пап'є-маше, да, це такий предмет, який наклеїться, тільки що ви розповідали. Тобто всі, хто знають і люблять пап'є-маше, можуть без проблем зробити собі будь-яку форму. Да, то есть форми можуть бути абсолютно любі, це можуть бути як форми фігури животних, це можуть бути геометричні фігури, то есть на все, що, на що вам хватить фантазії. Да, хочеться звернути увагу, що ми тут обвішані пін'ятами, дуже хочеться їх розвити. Ось звернемо увагу на популярну досить картину. Це славнозвісна гра з пташками. Ось у нас мультгерой Скванч Боб. Тобто я хочу показати, що дійсно робляться різноманітні фігури. Да? Можна зробити, де в нас там є одиничка, да? Тобто пін'яти в виді цифр. Да? Да, що тут тістечко, да? І в нас і морозиво, і полуничка. Тобто все, що душа забажає. Так. Далі, продовжуємо. Ну, для того, щоб зробити нам семиконечну звезду, нам понадобятся конусы, которые, ну, сейчас мы покажу, да, покажем, да, еще, да. Делаются они из обычного ватмана. Вот, понадобится нам бумага и вот такие вот салфеточки, которые используются во флористике. Для таких пиньят, как Спанч Боб, это используется обычная гофрированная бумага, которая нарезается и обклеивается послойно. Вот, да. Также нам понадобится термопистолет. Для пиньяты, если изготавливать, понадобится шнур или веревка, чтобы обязательно подвесить. Тримается. Да. И, ну, как бы, если вырезать, понадобится макетный нож. Вырезать или ножницы. Ну, конусы можно не показывать, как роблятся, да? Да, я тоже думаю, что это как бы особо сложности не составляет. То есть, в принципе, на такую модель конус это А4 размера листик, ватман, завернули, степлером сделали и как бы сейчас задекорируем бумагой и начнем процесс изготовления. Давайте. Я хочу сказати, що в нас тут є вже заготовлені конуси. В принципі, хочеться ще запитати, от скільки часу все ж таки йде на виготовлення пін'яти от і до? От і до. Ну, сам процес, іменно сложність, іменно в процесі зготовлення основи. Декорування, опять же, в зависимості від розміру фігури, відповідно, ну, от і до по времени, вот на саму основу уходит 3-4, может и неделя, в зависимости от количества слоев, в которые делается пиньята. А пиньята делается по слоям в зависимости от компании, которая будет, количество людей, на возраст определенный. То есть, если это детки маленькие, то
Если это детки маленькие, то можно сделать пиньяту вообще, ну, как бы там тоненькую, чтобы ребенок мог разбить. Швидко ее разбить. Да, да. Да. Угу. Вот. Ну, якщо для дорослих, то... Для дорослих, для взрослых делается довольно-таки плотная, чтобы, как, потому что взрослые силы больше. Люди сильные. Да, и входят в азарт, и поэтому, как бы, ну, обычно это заканчивается очень... весело и задорно. Добре. Делаем следующим образом. Приклеиваем термопистолетом. Конусы приклеим к основе. Тобто основу вже будемо потім прикрашати, да, коли конуси в нас наклеїли. Да, да? В даному випадку, ну, можна, допустим, при желанні, можна обклеїти основу і клеїти вже, ну, самі конуси. Я, ну, я делаю от зараз так, тому що у нас от ці замечательні салфеточки, які все це закроють. Я вас зрозуміла. І ось ці конуси в довільному порядку, як хочеш би клеїти? Абсолютно в свободному порядку. Тобто тут все ваша фантазія. Тут нету каких-то определенных правил, то есть на все, что способна ваша фантазия, как она это видит, и творить, творить и творить. Добре. Так, я буду подавати тоді конуси. Ну, хочемо ще трошки зробити таку поправочку для того, щоб все ж таки ваш конус приклеївся, да, робляться такі надрізи, да, які в нас нагадують. Пальці, да, які будуть триматися, власне, за рахунок чого вона і буде триматися на ось цьому шарі, можна так сказати, да? Сфері. Сфера. Завжди мені було цікаво, ось, чи є слабке місце у пін'яті, там, туди, де можна вдарити і відразу все посипеться? Нет, слабых мест нет. Тут главное сила удара. Все зависит от силы удара. То есть не и от методичности их нанесения в одно место. То есть методично ударяя в одно место, но так как игра в пиньяту подразумевает классическая, подразумевает закрытые глаза, то это сделать очень сложно. Поэтому, ну, вообще, чем не интересно, когда пиньята разбивается сразу. Чего? Потому что здесь интерес именно побить ее, ну, это надо поиграть, чтобы понять. Чтобы посмеяться, да, над людиной, яка закритими очима ходить, да, по кімнаті, да, и размахує палицею. Ось тебе розмахує палицею. Ми бачили тебе в відео, що це може привести до таких наслідків, не дуже гарних. Да, чтобы такого не произошло, надо придерживаться определенных правил техники безопасности. Угу. То есть, во-первых, основные ошибки какие? То есть пиньята не должна вешаться в местах, где есть какие-то посторонние предметы. То есть должно быть хотя бы вокруг 2-3 метра, чтобы можно было размахнуть тут же палкой или битой и не задеть какие-то посторонние предметы и окружающих. Люди, которые играют в пиньяту, должны стоять тоже на расстоянии 2-3 метров, допустим, там подсказывать, да, подсказывать, направлять, ну, так, чтобы не, ну, не задело их палкой. Ага. Еще один из таких моментов, желательно, чтобы палка обладала или бита обладала специальной петелькой. Потому что очень часто бывает, что бита, особенно там у детей, может вылететь из рук и полететь в массы, и это заканчивается очень плачевно. И из веселой игры превращается в очень травмоопасно. Uh-huh. Поэтому обязательно, чтобы родители следили, чтобы дети, если это детский праздник, чтобы следили, чтобы дети не подходили близко, где разбивается пиньята. Uh-huh. Людині, яка все ж таки розбивається пиньята. Да. Я вас зрозуміла. Тобто, якщо у вас однокімнатна квартира, и там багато, лучше выйти багато на меблів, улицу, да? Лучше выйти на улицу, да, лучше выйти на улицу, повесить на улице и разбить ее на улице. Или найти безопасное место, где можно будет... Ага, вы шукаете место, да, да, для конуса, я зрозуміла. Тобто виходити на вулицю не возбраняється. Ага. Также, ну, просто очень часто, в основном заказ сейчас, как очень популярно, там, отмечать дни рождения в кафе, и так далее, вот, в детских центрах, поэтому в основном, где есть место развернуться, вот там вот пиньяти, ну, как я раз... так думаю, что все ж таки потрібно попередити, да, якщо ви десь, конечно, визначаєте, що у вас планується пиньята, щоб підготували місце, власне, для цієї, да, забавки. Ну, mm-hmm, есть еще такие варианты, просто подвешивают на удочку, детские, если это детская пиньята, взрослую как бы так не
не сильно взрослые, ну, в основном. Высоко дрематы, да. Да, угу. А детские подвешиваются на удочку и как бы таким образом, ударяя ребенок, как бы для этого места, в принципе, ну, намного меньше уже надо, когда оно на удочке. Бывают такие, что пиньята не разбиваются? Ну, это если сделана пиньята не под, не под ту компанию, не под тот возраст. Обычно, то есть, ну, мы, когда делаем пиньяты, да, uh-huh. спрашиваем, какой возраст, uh-huh. Какое количество будет людей, и в зависимости от этого делаем уже слой, ну, слои, определенное количество слоев, потому что... А, и тоже слід сказати, давайте я буду тримати, якщо вам потрібно, ага. Да? Да. Ага, давайте тут трошки переклеїмо. Ну, такий процес, дивіться, да, досить кропіткий, тому що воно не хоче клеїтися, да? Потрібно постаратися, щоб все приклеїти. Одна людина, ну, спорається з цією, ну, справою. Стоячи не дуже добре. Да, я зрозуміла. Але потрібно щось придумати для того, щоб або хтось тримав, або кудись її повісити, да? Да, желательно повісити, або, в принципі, сидя, якщо делать, то сидя, це, звісно, делається удобніше. Да, тримається на колінках, я так розумію. Да. Ага. Так, є. Тобто, попередньо ви дізнаєтеся про те, скільки людей буде, тому що все ж таки не возраст, одна людина, да. Да, може вдарити по пін'яті, а в принципі всі гості можуть бити, да, до тих самих пір, поки не висипеться ось той сюрприз, який повинен там бути. Угу. Є. И на рахунок сюрпризы, туда же можно не только цукерки попросить? Конечно, можно мелкие подарочки. Вот, допустим, у нас был заказ пиньята в виде... Угу. Пиньята в виде сердца. В виде сердца она была наполнена признаниями в любви. Ага, вот так. Да, то есть конфетти и в сверточках признания в любви были. То есть абсолютно, в принципе, все, что не сильно тяжелое, и то, что не бьется. Ну, то есть что, желательно, да. Даже опять же, если, допустим, наполняется сладостями, то желательно, чтобы конфеты были, ну, в запаянной упаковке, не разворачивались. Не высыпалось. Да, и как бы, и тоже как бы такой момент, желательно, если это летний период времени, чтобы это были не шоколадные конфеты. Потому что конфеты имеют свойство шоколадные таять. Да. Так, так. Ну, дуже слушне таке зауваження. Так, ну, ось у нас є вже полупіньята. Вірніше, вона готова, але не задекорована. Да. Да. Давайте перейдемо до цієї частини. Да, беремо такі от салфеточки і будемо продовжувати декорувати. Ну, така вона гарна, нарядна. Тоже мне подумала. Да, на, да. Это вообще прекрасное украшение любого праздника. То есть можно сделать тематическую, вот, тематическая вечеринка, допустим, та же пиратская вечеринка или там, мультяшных героев. То есть абсолютно под любую тематику придумать и сделать. Ну, тобто можна, да, зробити будь-яку. Это такая универсальная, в принципе, пиньята, что... Отже, що я зрозуміла? Те, що все ж таки для дітей пиньяти робляться потонше і попростіше, да, да. Для того, щоб дітки розбили це все. Для дорослих, звичайно, щоб помучилися. Ось паличку, якою розбивають пиньяти, вона, до речі, ніяк не називається. Ось палка і палка. Палка і біта. Угу. Тобто немає такої... Особо нету, как бы, назви, так? Да? Да. Угу. Ну, тобто... Як ми бачили в ролики, некоторі б'ють і метлами, поэтому... Да, можна взяти і метлу, і бити. Отже, тут немає ніяких правил. Скажімо так, що брати і чим розбивати. Єдине, що не можна торкатися руками. Да, руками трогати не можна пиньяту. І те, що я говорила, що желательно, щоб не було рядом ніяких посторонніх предметів. Да, і близько теж не підходити до цієї палиці, власне. Отже, що в нас наповнення? Наповнення може бути будь-яке. Від побажань здоров'я, щастя, від зізнань у коханні, до солодких цукерок. Ну, а якщо ви дуже сильно любите людину, якій даєте пін'яту у кавичках, то можна, в принципі, туди насипати, ну, там, не знаю, борошно, да? Конечно. Ну, це такий розіграш. Можна зробити розіграш, да, для того, щоб, в принципі, потім
вибачатися перед людиною. Ну, це вже так. Я відступаю від основної теми. Хочеться, ми зараз так робимо, в принципі, да? Основу вам показуємо, як це можна прикрашати. Тому що для того, щоб ось такі завіхріньки були, то можна поближче клеїти, да? Так, так, так. Тобто, і просто от навіть потім покажу степлером, степлером з'єднати ці салфетки між собою. Угу. Так, ми продовжуємо заклеювати. І хочеться ще сказати на рахунок ось цієї дірочки, в яку, в принципі, будуть засипатися цукерки, да, і солодощі. Угу. Вони якось прикриваються? Отверстие прикривається, тобто можна прикривати, можна не прикривати. Тобто, ну, по суті, навіть... Если это находится, отверстие находится вверху, то его закрывать не обязательно. Угу. Конфеты все равно оттуда, в том количестве, в котором они должны высыпаться, они не высыпятся. Угу. Вот. Если отверстие находится сбоку, оно может находиться сбоку, там, или сни... вот, ну, снизу, конечно, нежелательно его делать. Вот, то есть, ну, отверстие... сбоку, если вымогает всего форма, да? Да, то есть если делается сбоку, то оно закрывается. Это может, если вот, допустим, вот такие вот фигуры, вот как Спанч Боб, да, ну, можно просто вот вырезается обычным макетным ножом, вырезается отверстие и делается как с дверкой. Не полностью вырезается, а оставляется, да, оно так, сгинается того, и закрывается. Это краще, да, я вас разумела. Ага, то есть варианты есть и такие. Да. Добре, і хотілося б почути, ви вже сказали, розказали і показали багато нам всього, але все ж таки, ось на вашому досвіді найтака складна робота була яка? У нас, ну, делали, ну, в основном сложные это фигуры животных, потому что хочется передать естественность, там мордочки, именно там вот у нас было, мы делали лошадку и слона, вот такие что такие яркие работы. Вот, вот они были сложные, потому что там хобот, там само лицо, морда животного, лошади, поэтому как бы в этом вся сложность. А как бы так, особо сложности в этом, ну, как бы в изготовлении пиньяты нет. То есть именно, ну, тут нужна усидчивость и фантазия. И фантазия, да. То есть, если вам кажут, сделайте мне что-нибудь, да, ось, и потрібно запропонувати це що-небудь, щоб людині сподобалося, да, да? Да. Я вас зрозуміла. Ну, достатньо, я хочу сказати, що достатньо багато матеріалу йде на виготовлення цієї іграшки, да? Да. Тобто ось цих серветок для декорування, ну, я не знаю, я їх не рахую, але бачу, що багато. Дуже багато, якщо тим більше ви хочете пишнішу пишні, зробити. Да, да, да. Да. Чим пишніше, тим більше. Тим більше матеріалів, знову ж таки, виходить. Ну, оскільки вона робиться для свята, то все повинно блищати, да? Блищати, бути яскравим, бути таким, ну, святковим, святковим. Тому ось ми вам, напевно, на святковішу показуємо, да, таку блискучу, да, яка, да, в принципі... Так, у нас є. Ще хотілося б дізнатися про те, все ж таки, де можна використовувати пін'яту під час якихось свят. Ось я так розумію, що в принципі на будь-яке свято можна замовити. Абсолютно, на любой праздник. Абсолютно. На будь-який, да? Да? Тобто будь це весілля, теж можна. Можна зробити от із свадебних, от дуже хорошо пользуються популярністю свадебні торти. То есть, вот. Торт навіть, да, можна зробити, да. Да, цілий, ага. То есть, в виде свадебного торта, это может быть, абсолютно все, все, абсолютно все. То есть захотелось машину, можно сделать машину. Захотелось сделать мотоцикл, мотоцикл. Можно сделать там компьютер. Угу. Даже был у нас случай, тобто, навіть... фото бывшего парня. Да, работа в виде. Да. Ну классно, девичник так, да, зробити. Да, снимали стресс. Можна боса директора робити. Да, тобто тут уже у нас все залежить від фантазії. Ой, ви такі ідеї даєте цікаві, мені так подобається. Ну, в принципі, я думаю, що ми закінчили нашу роботу, да? Ну, там ще, да, можна доділювати. Ну, можна дивитися, да, де у вас є такі прогалини, де потрібно їх обов'язково заклеїти, але я такого нічого не бачу зараз.
Ну или это все, все вот эти прогалины убираются с помощью... Критичним оком оглядайте. Просто залишилося в нас 2 хвилинки, ми сюди можемо засипати цукерки, можемо не засипати. Можна от такого плану ми оформляємо. Щоб цукерки ще красивіші були, щоб їх видно було. Тобто тут набросали і підвісили. Власне, як ми зробили, взяли палку і вперед розбивати. Від вас хочу наостанок побажання для тих людей, які хочуть зробити щось власними руками на таке свято. Що їм потрібно робити? Такою з вам. Ну, творчого вдохновення обов'язково должно бути. Усидчивость. Ну і творіть, і що ще остається пожелати. Дякую вам, Саша, за те, що ви до нас завітали. Творіть, витворяйте, робіть такі прекрасні речі. Для цього в нас є люди, які, в принципі, дають ідеї. Ну, а якщо ви не відчуваєте в собі сили робити так гарно, як це робила для нас Саша, то, будь ласка, вона показала, що вона це вміє. Тобто до неї можна і звернутися. А наразі ми... закінчуємо нашу програму. Все, що хотіли сьогодні, показали. Дуже дякуємо, що були з нами. До побачення.